Здравствуй. Здрасте. Ты чего тут делаешь? Сижу. А где пионерлагерь? Наша смена, что ли? Наша смена. А вы к кому приехали? Работать там буду. Воспитывать. Да. Зря вы на это дело пошли. Почему? Работа нервная. Коллектив сложный. Да и ребята в таком возрасте. Один Зуев чего стоит? Зуев? Да. А ты что, из нашей смены, что ли? Да нет, я сам по себе. Ну, давай познакомимся, Егоров. Зуев. А зовут как? Просто Зуев. Имя не обязательно. Ну, просто Зуев. Проводи. Пошли. Это что, ваша лошадь? Да нет, лесничего. А почему она идет за нами? А что такого? А ты думаешь, ничего? Все законно. Смотри, пусть это будет на твоей совести. Пусть. Подержите, я сейчас. Залезайте. Вот он. Ну как? Хорош. Буди ребят. Кто вы такой, товарищ? Что здесь происходит? Почему вы вышли из дома? Кто уделился на нашей подушке? Тише! Тише, я вам говорю! Замолчите, пожалуйста! Что здесь происходит? Товарищ, почему вы взяли ребенка? Отдайте ребенка! Откуда здесь эта лошадь? Лошади не местны на территории лагеря. Господи, глушь какая! Скоро сюда медведь сможет войти. Кто вы такой, я вас спрашиваю? Вот. Направление. Летчик? Прибыл, как говорится. Дети, отойдите, отойдите от лошади. Ваше подразделение. Вы что, приехали на лошади? Нет, я приехал на катере. Ну, а лошадь что, багажом, что ли? Да нет, она сама пришла. Я шел, она следом. Вот мы пришли. Товарищ, вы извините меня, пожалуйста, но лошади не место на территории лагеря. Вы умеете с ней обращаться? Умеете? Попробую. Дети, отойдите, отойдите. Прошу.
Работа у нас нервная. Коллектив сложный. Дети в таком возрасте. Один Зуев с компанией чувствует. Зуев? Зуев. Вы уже слышали? Исчезает из лагеря на целый день. Какие-то у них секреты, тайны. И попробуйте уследить за ними. Итак, вторую смену. Матвей Петрович, зачем вам это нужно? Если вы ушли на пенсию, значит, вам нужен покой. Здесь вы его не увидите. У меня есть один знакомый, тоже отставник, и, как ни странно, тоже летчик. Так он работает в ДОСАФе. И представьте себе, очень доволен. Я ведь, собственно, сам попросился. Сам? Сам. Зачем? Так. Матвей Петрович, это дело серьезное. С этим шутить нельзя. Тем более, как оказывается, у вас нет никакого опыта работы с детьми. Но вы правильно поймите мою тревогу. По заборам и по крышам, по заборам и по крышам, по врагам носит нас. Нам кричат, а мы не слышим, нам кричат, а мы не слышим. Мы не любим громких фраз. Ну как вам это нравится? Говорят, не очень просто с нами ладить трудный возраст, если вам 15 лет. Вы не верьте, вы не верьте, на один аршин не верьте, вспомните свои 15 лет. Вспомните свои 15 лет. За морями, за лесами, за морями, за лесами, у планеты на краю. Мы ее построим сами, мы ее построим сами, биографию свою. Говорят, не очень просто с нами ладить трудный возраст, если вам 15 лет. Стоим! Стоим! Вы не верьте, вы не верьте, на не ошибетесь. Вспомните свои 15 лет. Как видите, скучать не приходится. На прошлой неделе вдруг перегорели все пробки. Оказывается, они испытывали самодельный телефон. И получилось замыкание. Дети в таком трудном возрасте. Что ты читаешь? Диккенс, «Большие надежды». Хорошая книжка. Что там? Шифровка. Что? Обыкновенная шифровка. Суджин Цун нападай, 1981. Чья это книжка? Насти. Позови, пожалуйста, сюда ее хозяйку. Хорошо. А зачем? Надо выяснить. Здравствуйте. Здравствуй. Садись, Настя. Скажи, пожалуйста, это твоя книга? Нет. А чья? Глазковой. А как ты думаешь, где Глазкова взяла эту книгу? У Тихомировой. А Тихомирова? В библиотеке. Где же еще? А записка? Какая записка? Ну вот это, Суджин Цун нападай, 1981. Записка там уже лежала. Где там, Настенька? В библиотеке. Она что там, с прошлой смены лежала? Не знаю, наверное. Таис Семен. Да, иди, Настя. Очевидно, книги служат им почтовыми ящиками. Они с книгами передают и письма. Так, может, вы даже знаете, о чем там написано?
Да ерунда какая-нибудь. Если ерунда, зачем же зашифровывать? Для интересу, дети же. Ну, странный какой-то интерес у этих детей. Если нечего скрывать, зачем зашифровывать? Очевидно, для того, чтобы мы с вами прочесть не могли. Таисия Семеновна, отчего у вас нет качелей? Каких качелей? Ну, обыкновенных, детских. Зачем? У нас в детстве были качели. Да они без качелей шею свернут. Зато у них будет память на всю жизнь. На всю жизнь у них есть лошадь. Знаете что, если вы все так хорошо поняли, разберитесь в этом сами. Я буду вам очень признательна. Сукап, дай Джу. 1981. Тише, ребята, придумал! Для всех психологическая задача. Смотрите. И я плюс Его. Чему равняется? Ребята, до этого мало. Надо за ними устроить слежку. А может, не надо? Чего не надо? Грязное это дело следить. Ты что, Зоев? Егоров! Ну, мы с тобой еще поговорим. Амба. Кажется, вы неплохо устроились. Но ведь вам запрещено покидать территорию лагеря. Разве? Там очень много пунктов. Правильно, Егор Сверчок? Есть, много. В прошлой смене нам запрещалось выходить за территорию лагеря. Но с тех пор мы уже повзрослели. Таисия Семеновна так и сказала. Что она сказала, Зоев? Вы уже не дети. Вам больше позволено. Вас больше и спросится. Хорошо сказала. Хорошо. Дай-ка. Будем считать, ваш салун закрыт.
Договорились? Пошли, ребята. Вот, доиграли. Зуев! Чего? Скажи-ка, Зуев, что ты тоже участвуешь в этой секретной переписке? В кошачьей почте, что ли? Ну да, зашифрованной. Да. А что? Да ничего, Таисия Семёновна нервничает. Ей бог знает, чего мерещится. Ну и что? Ничего там такого не пишут. Какого? Запрещенного. Чего запрещенного? Ну, про любовь, что ли. Вы хотите узнать код, а потом с Таисией Семеновной читать наши письма, так? Нет, Матвей Петрович, я не сыщик и ни за кем подглядывать не стану. Вы меня понимаете? Понимаю. Извини. Зря я вмешался в это дело. Ничего, бывает. Откуда эта музыка? Ребята к празднику готовятся. На. Чего? Ничего. Ну что, спрашивал? Да так, на рыбалку приглашал. Матвей Петрович, у нас к вам огромная просьба. Что случилось? Мы готовим водный праздник, нам нужен Нептун. Нептун? Да. Какой Нептун? Царь Марий, с вилами и с бородой. Понимаете, я оформляю спектакль, и нет только Нептуна. Такая жалость. Интересно. Я так и знала, что вам понравится. Значит, вы Нептун. Я? Ну, а кто же еще, Матвей Петрович? Таисия Семеновна, что ли, будет? Не знаю. Вы же к детям приехали, Матвей Петрович. Надо уметь с ними играть. Да вы не волнуйтесь, вас никто не узнает. Мы вас так загримируем, что никто не узнает. Договорились? Вот и прекрасно. Ребята, пошли. Не узнают. В открытом море вода синяя-синяя, а на дне морском живут русалки. Больше всего они любили слушать рассказы про людей, что живут наверху, на земле. И бабушка должна была рассказывать им все, что знала о кораблях и городах, о людях и животных. Как только одной из вас исполнится 15 лет, ей разрешат всплывать на поверхность моря, говорила бабушка. Если бы мне было уже 15 лет, говорила самая маленькая русалочка, я знаю, что полюблю тот верхний мир и людей, которые в нем живут. Наконец, ей исполнилось 15 лет. Она надела белый венец с белой жемчужной лилией и плавно, как прозрачный пузырек воздуха, поднялась... Где моя дочь? Люди! Эхе-хей! Где моя дочь? Где моя дочь? Петрович, откуда вы? Из воды? Да ваше место не здесь, а там на сцене. Я Нептун. Матвей Петрович, голубчик, уходите! Уходите! Сейчас. Вы же испортили весь спектакль. Уходите совсем. Боже мой, кого нам присылают? Ухожу. Матвей Петрович!
Матвей Петрович, вы бинокль забыли. Мне он не нужен. Возьми его себе, раз нашел. И иди, иди. Матвей Петрович, зачем вы на это пошли? Вы же начальник. А что? Смешно было. Пойдемте, Матвей Петрович, пойдемте. А если вам будет трудно, то я вас подстрахую. Подстрахуешь? Точно, подстрахую. Пойдемте, вы же нам обещали качели. Какие качели? Помните? Да-да. У нас в деревне тоже такие качели есть. Моя мама говорит, что сколько она себя помнит, столько помнит и качели. Любуетесь на свою работу? А это не опасно? Головой ручаюсь. А между прочим, идет тихий час. И дети должны спать. Пусть сегодня играет. Пойдемте, не будем им мешать. Что случилось? Змея укусила. Врача, скорее врача. Да побежали уже. Да не надо врача, я все сама сделаю. Я сейчас. Ой,
простудишься. Пустяки. Ты ведь могла отравиться. Как ты нашел меня? Нашел. Ну что там? Пошли, пошли, пошли. Пошли. Ну что дальше-то? И вдруг из-за кустов появилась Таисия Прекрасная. Осматривает свои владения. Любуется пейзажем. И тут из-за качелей появился Нептун. О, ужас! Ломая руки к нему на грудь, бросается Таисия Прекрасная. Она предлагает ему руку и сердце. А он согласен? А он? Он падает на колени и, ломая руки, умоляет не делать ее этого. Бедная женщина замертво рухнула на землю и плачет. Ну дальше, дальше что? А он пошел, пошел, оторвался от земли. На, смотри. Я не знаю вашей жизни, Матвей Петрович, но моя принадлежит детям. Я готова пожертвовать ради них всем, чем угодно. Да не нужны им ваши жертвы. Если хотите, ребята дают нам больше, чем мы им. Любопытная мысль. Должна вам сказать, что если бы дети спали, этого бы случая со змеей не произошло. Да не надо бояться за них. Мы должны готовить их к жизни, а не беречь их от нее. Кто это мы? Как кто? Вы и я. Я вам уже рассказывал, Матвей Петрович, что за это лето сменился третий начальник. Приходит и уходит. Вы хоть качели построили. Но вы тоже приехали и уедете. А я останусь. И за детей отвечаю я. Вы это видели? Что это значит? Зуев Настя, Нюбобль. Нюбобль. А вы хорошо понимаете, что это значит? Нюбобль. Нюбобль. Змей, качели, лошади. Нюбобль. Доигрались. Ты? Я. А как ты здесь оказался?
Я знал, что ты сюда придешь. Ты следил за мной, да? Да? Скажи. Следил. Это мои острова, между прочим. Я их открыла. Как твои? А так, это моя тайна. Ты первый проник на них. А ведь у каждого должно быть что-то свое. У одних острова, у других другое. Верно? Верно. Залезай. Ой, что это? Смотри. Ну и что? Ну, тут написано. А если это увидит Таисия Семеновна? Ты боишься? Я не боюсь. Я только боюсь, если об этом узнают все. Ну и пусть. Пусть! Кончается этот день, и завтра его не будет. Страшно подумать, что этот наш с тобой день уйдет в прошлое без следа. Что это? Пусть это письмо всегда будет напоминать тебе этот день. Они воры! Они украли мое письмо!
25 мая 1981 года. Держись! В Купаловском саду 6 часов вечера. Через неделю мы покинем лагерь. И больше никогда не встретимся. Не встретимся. И я на месте нашей встречи посади вишневую кошку. Держись! В честь тебя. Пройдут годы, вырастет новое дерево. И дети из нашего лагеря будут собирать его плоды. Настя! Замолчи! Всем отрядом! Ребята, быстрее перебираем! На своих линейках! Повторяю! Зачем ты это сделал? Всем отрядом! Ну скажи! Собраться! Зачем? На своих линейках! Ромео, а где же ваша Джульетта? А? Идем. Куды? К Насте пойдем, и ты извинишься перед ней. Что? Я не ослышался? Нет, Стас, ты не ослышался. Сейчас ты встанешь и пойдешь со мной к Насте. Я перед девочками. На коленях никогда не ползаю, понял? Ну ладно. Тогда слушай меня внимательно, Стас. Ты останешься здесь до тех пор, пока я не вернусь. Заходи, заходи, девочка. Садись. Что с тобой? Успокойся. Где ты была? Кормила лошадь. А после этого? После чего? После того, как ты кормила лошадь. Каталась на качелях. Ты каталась на качелях одна? Нет. Зою. Послушай, Настя, мы искренне хотим тебе помочь. Но для этого ты должна рассказать всю правду. Какую правду? Вот это письмо адресовано тебе. Ты знаешь его содержание? Да. Мне не хотелось смешиваться. Но оно стало достоянием всего лагеря, как и ваши чувства. Заходи, заходи. Тебя это тоже касается. Письмо? Отдайте письмо. Зачем? Отдайте письмо. Это мое письмо. Вы не имеете права. Иди, Настя, иди. Я не хочу сказать ничего плохого, но факты говорят сами за себя. Вот, пожалуйста. Вот вам и не убобль. Вот вам и не надо вмешиваться, и не надо учить. Учить надо. И мы их учим. Многому учим. Вот вы даже пытаетесь учить их, если можно так сказать, любви.
А не кажется ли вам, что прежде всего надо, чтобы они стали порядочными? Честными и порядочными. Тогда и во всем остальном они будут людьми. У меня нет основания сомневаться в том, что вы были хорошим военным летчиком. Но здесь вы человек случайный. Да, действительно. В нашем деле случайных много. А я учился в педагогическом. Да началась война. Что? Будем чествовать победителя? Вы что, языки проглотили? Может, картишки перекинемся? Какой там счет, сверчок? 31,78. Значит, тебе кукарекать 47 раз. Начинай. Отстань от него. Что? Бунт на корабле? Тебя как? Совесть не беспокоит? Ах, вон оно что. Виноват вы ищете. Вместе разыграли. А теперь на одного валите? Никто не разыгрывал. Да? А кто письмо у Зуева из-под подушки вытащил? Я? Ну, я. Я взял на время. На время? Козявочка ты. На время. А кто? Кто подал идею разыграть этих влюбленных? Наказать Зуева за измену Святому мужскому союзу? Тоже я. Эх вы. Просто ты завидуешь Зуеву из-за Насти. Что она на тебя никакого внимания не обращает. Понял. Где Зуев? Он запер нас. За что? На. Эх, вы. Thank you.
Смотри, что это, а? Ну и что? Ну, тут написано, а если это увидит Таисия Семеновна? Ты боишься? Да нет, я не боюсь, понимаешь? Я только боюсь, если об этом узнают все в лагере. Ну и пусть! Пусть знают! Пусть знают все! Здравствуй, Зуев. Здрасте. Твои? Мои. А вы что, воспитывать приехали? Допекли тебя с воспитанием. Сам говорил, работа нервная, коллектив сложный, один Зуев чего стоит. А чего ты в самом деле стоишь, Зуев? Как сам считаешь? У меня с математикой плохо. Видите, ремонт. Вижу. Да, красивые рыбки. Ну и что? Как же ты мог, Зуев? Что мог? Сбежать. Настю в беде оставить. Это мое личное дело. Да-да. Только ты... Выходит, струсил. Неправда. А что ж тогда правда? Извини, что помешал, но я не мог тебе этого не сказать. Возьми. Зачем? Твое. Матвей Петрович, вы куртку испачкали. Слушай, Зуев,
Я ведь до сих пор не знаю, как тебя зовут. Все, Зуев, да Зуев. Лешка. Леша. Леша Зуев. Алексей. Ах, школьные года, сердечные качели, туда или сюда, ответь нравоучение, попробуй молча петь, весне сопротивляться, попробуй не краснеть. Тебе 15. Летай, моя душа, вздымай качель юность, попробуй устоять. Когда любовь проснулась, попробуй молча петь, весне сопротивляться, попробуй не краснеть, когда тебе 15.